Не дороги, а каток. Вчера во многих регионах, на востоке и в центре страны, выпал первый снег. Дороги Караганды сразу же сковала гололедица, которая спровоцировала ряд дорожно-транспортных происшествий. Возле шиномонтажных мастерских выстраиваются длинные очереди. Водители меняют летнюю резину на шипованную. Однако с первым снегом первых проблем на дорогах избежать не удалось. Из-за гололеда возле Карагандинского политехнического университета произошло ДТП с участием нескольких машин, что говорит о том, что водителям следует быть особо внимательными при вождении. Этой ночью температура опустилась до минус 7. Не поднялась она выше нуля и днем. Метеорологи объясняют похолодание наступлением циклона, а большинство горожан запущенной накануне ракетой. Однако, по прогнозам на ближайшую неделю, погода так и останется переменчивой. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».